Товарищ, всем здорово, ребята! С вами я, Кирюха Варпач, и сегодня мы с вами пооткрываем кейсики Clash Royale. Легендарные, огромные, эпические, все, что найдем. Клановые, квестовые, короче, все, что мы сможем только собрать. Как вы видите, я нечаянно мискликнул и открыл сразу золотой сундук. Простите, но мы начнем на этот раз с этого. Так, что у нас? Бомба, бомбежка, повозка с пушкой. Я нечаянно, реально, я вот только сел такой записывать, ложу телефон сюда, нажимаю запись и, сука, нечаянно пальцем, мизинчиком задел и открыл. Ну ладно, я думаю, это ничего страшного. Все в этой жизни бывает. Кстати, у нас сейчас глобальное обновление, ну как сейчас, неделю назад где-то вышло. Вот с этим, как он тут? Вот, война кланов, война группировок. Мы занимали первые, вторые места. Вот сейчас, по-моему, у нас вообще какое-то пятое. Я не знаю, как это работает до сих пор. Мы еще в предыдущем ролике с Катей спрашивали про эту штуку. Я так внятного ответа и не увидел. Пожалуйста, напишите здесь, чтобы я понял, как это работает. Я просто играю в это соревнование, смотрю, как мои соклановцы играют. И, в принципе, я так понимаю, просто нужно набить как можно больше очков и выигрывать постоянно. Тогда мы будем занимать какое-то там среди пяти мест какое-то наименование. Ну ладно, сегодня серия у нас немножечко не об этом. Сегодня мы будем открывать все кейсики, которые я сумел насобирать за две недельки, потому что последнее открытие кейсов было почти две недели назад. Так, ну что, давайте откроем еще один сундучок, что у нас здесь интересного будет. Среди всего гигант, лучница и голда. Тут только мне интересно, остальное 50-50, знаете, вот эта вот тема. Так, давайте по квестам пройдемся, что ли. Я так долго ждал, чтобы квесты эти не забирать, потому что, ну, прям хочется. Там такие награды, посмотрите, 900 голды, 10 карт у нас тут. Огненный шар, 10 карт, отлично. Отлично, ты посмотри. Легендарный сундук мы теперь по квесту можем открыть. Вот это, я считаю, эксклюзивчик. За него смело можно поставить лайкусик. Ну что, легендарный сундук. Открываем. И что у нас тут? Ну, естественно, легендарочка. Ну какая? О, ты посмотри. Ну какая принцесска. Ути-пути, Call of Duty. Так, ну ладно. Сундук с молнией. Ты смотри, 250 нужно собрать трофеев. Ну, в принципе, это все реально собрать. Давайте еще королевский сундук. Что у нас тут есть интересного? Огненные духи прикольные. И вот гигант огромный, который стреляет из пушки. Тоже прикольно. Так, давайте еще пооткрываем эти сундучки. И перейдем, конечно же, к легендарочкам. Легендарочки — это такая очень крутая тема. Кстати, у нас есть клановый сундук, который я тоже ждал и не открывал. 1620 голды, ты посмотри. 25 миньонов, скелетики, мортиры, лучниц, 25 огненных шаров. Да ты посмотри, что творится. Возможно, сегодня нам удастся, просто реально удастся огненные шары прокачать. Кто знает, возможно, нам выпадет сегодня нормальное количество. Так, а что у нас, сколько их осталось-то, чтобы прокачать? Всего 23 шара? И пеки нам осталось всего 16, и мы можем это все прокачать. И смотрите, молния у нас тут вообще. Слушайте, так, я хочу. Так, золотишко, можно мне, пожалуйста, огненные шары, там что-нибудь такое классное? Я бы, вот, отвечаю, вот пека и огненный шар, и все. Я пойду дальше. Кстати, как вам идея, в будущих роликах хочу записать. Ложу патент на эту тему. Ну, то есть, ну, вы понимаете, да, типа, я сказал, значит, это за мной закрепляется. 3808 трофеев у меня сейчас. Мне очень сложно набить 4000 трофеев. Самое большое, смотрите, больше всего трофеев у меня 3995. Выше я не поднимался. Как вам такая идея записать ролик поднятия до 4000 трофеев? Я думаю, это будет интересно. То есть я прям буду катки записывать, как я и поднимаюсь к 4000 трофеев. У меня прям реально мечта побороть. Это, так сказать, прорвать вот этот вот барьер с 4000 кубков. Он задрал меня. Не могу добраться. У меня на моем левеле попадаются 13-й, 12-й левелы, против которых я вообще играть не могу. Там, сука, они гетьби, не големами, обычными гоблинами меня закидывают. Они меня расшибают просто на раз-два. Там такие... Алло. Кирилл? Да. Привет,
что делаешь? Привет, записываю Clash Royale. После Clash Royale сможешь мне GTA записать ночью? Да, помогу. Давай, мы сделаем что-то. Давай, зайду в ТС. Так, после звонка Алексея я предлагаю нам продолжить. Так, что у нас тут есть интересненького? Сундук с молнией и легендарный сундук короля. Давайте за 749 рублей откроем сундук короля. А чё нет? А чё нет? Купим. А подожди, подожди, там какая-то тема есть. Подожди, подожди, подожди. Отпразднуйте начало войн кланов. Легендарный сундук короля. Доступно 3 из 3. 1490 и 115 тысяч голды. Беру. Беру просто оплатить. Просто оплатить, ребята. Оплачиваю только так. Покупка успешно завершена. Отлично. Ну что ж, за это можно смело поставить лайкусик. 4200. Ой, тут еще выбрать можно. Ну, я, конечно, выберу мушкетеров. Люблю мушкетеров. Здесь я выберу принца. Так. Здесь, конечно, колдуна. Огненный маг его называю. Хорошо. Давай вот этих вот варваров. 37. Давай, давай, башенка. Гоблины, однозначно. И две легендарочки. Ну-ка, какую выбрать? Интересно, интересно, интересненько. Я выберу все-таки принца. Ну, принца, мега-рыцарь, блин. Так, так, так. Мы отлично купили. То есть мы можем еще два сундука купить. Ты посмотри, голды сколько. 151 тысяча голды. О-о-о-о-о. Ежедневную удачу. Предлагаю просто сейчас купить гемов. Покупаем 14 тысяч гемов. Как всегда, трачу баблишко, ребята, только ради вас. Ненавижу донаты, но в этом мире нужно как-то прокачиваться и показывать вам свою скиллуху. Так, готово. Чё, пошла, поехала, как говорится. 14 тысяч гемов. Легендарные сундучки. Ждите меня. Эпический сундук. 20 эпических карт за 10 тысяч голды. Покупаю. Чё у нас здесь? Полоска с пушкой, говно, охотник. Ну, такое, стражи пойдет. Гигантский скелет. Хорошая карта. И все. Гигантский скелет, 16 штук, почему бы нет? Ну да, да. Так, зеркало куплю, пользуюсь иногда. Давайте колдуна купим. Да мы вообще можем купить жукот, да что нет, вообще. Папа, нахрена вообще? С донатили можно вообще творить. Легендарный сундук короля, который дает 25 тысяч. Ну я думаю, это то же самое, в принципе. Это просто на донат рассчитанная хрень. Нахер, не хочу, не хочу, не буду. Как в мемчиках. Ладно, 2500 гемов. Покупаем легендарный сундук. Так, пошла, поехала. Золото 4200. Выберите свою карту. Я выберу гоблинов. Скелетов не люблю. Это надо, знаете, в такую колоду, где надо спамить, 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 спамить. Выберу, конечно же, варваров. Давай, что у нас? Гигант. Однозначно гигант. Зеркало. Три штучки. Три штучки зеркала беру. Заверните две, если бы можно было. Давай выберем надгробие. Здесь. Я когда-то в свое время, когда начинал играть в Clash Royale, я играл с дракончиком. То есть у меня была колода, дракончик, скелет и гоблины. Вот такая вот, знаете, типа самая стандартная. И отдам дань дракончику. Так, легендарочки. Куда же без них? Ну, мы все-таки за это бабушку платили. Я выберу, наверное, принцессу. Хотя, если мы выберем принцессу, мы не сможем улучшить, да? Мы, если выберем вот этого магического лучника, мы сможем улучшить эту карту. Но я предлагаю все-таки взять принцессу. Ей я пользовался бы намного чаще, если вдруг снизойдет на меня вдохновение, и я вдруг начну использовать принцесску. Кто знает? Кто знает? Возможно, это произойдет. Не уверен. Так, ну что, покупаем еще легендарный сундук. Бабла хватает. Можно, можно раскошелиться. 4200. О, разряд! Давай, 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 давай. Мы, конечно, не докачаем его, но совсем-совсем скоро у нас это получится. Ну, надгробие у нас дохера. Давай возьмем вот эти мини-генераторы. Вообще, очень редко вижу их в игре. Конечно же, подрывник. Катина любимая карта. Так, давай возьмем хижину варваров, копию, хотя, да, давай, шар и легендарочки. Ну-ка, 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 интересно, что же у нас будет? Ну, давай мега-рыцаря. Хорошо, хорошо, хорошо. Что у нас, 9000 еще? Вот, берем еще. Так, голда есть, все есть, берем гоблинов. Ну, давай, нажал же. А, опять сопляк.
Не понимаю, откуда берутся слюни на экране. Ну, ставь лайк, слежи за постоянно какая-то хрень прилетает сюда. Так, давай, гоблинов, ой, гоблинов, варваров в бочке. Так, колдуна. Здесь я выберу... Мы можем увеличить варваров. Я только ими не играю, но мы можем увеличить их. Так, возьму башню. Башню. Летучка нахер. Всегда говорю, что не нравится летучка. Шар. Шар. Однозначно шар. Очень люблю спамить летающими персами. Так, ну здесь я выберу, пожалуй, наверное, да. Его можно назвать Зевсом. Ну ладно, пускай будет громовержец. Зевса, я думаю, это запатентованное название из Спарты какой-нибудь. Из God of War. Так, у нас 6000 гемов еще есть. Как насчет ежедневной удачи? 750 гемов. Давай посмотрим. 1800 голды мало, конечно. Эпическая карта. А что он так показывает? А, типа удача. 192 разряда, я говорил! Я говорил, ребята, сегодня мы докачаем. Сегодня мы докачаем. Вот давай еще огненные шары, и я буду рад как слово. А если мы еще и всадника на кабане докачаем, я просто вообще... Это будет мега победа. Нормально, нормально. Вообще хорошие карты прилетели, пацантре. Вообще хорошие карты. Как насчет купить еще легендарный сундук короля? И потом на удачу все спустить. Так, здесь я, конечно же, выберу миньонов. Мега миньонов. Ну или орда миньонов, пускай будет так. Так, что тех у меня до хрена. Но я выберу варваров. Варвары все-таки они более сильные, чем простой гигант. Ну, не простой, а гигант, который стреляет. У него хп вообще мало прописано. Валькирия. Валькирию можно использовать, в принципе, как танк. Так, что у нас здесь? Мортиру возьму. Нет. Всадник... Так, так, так. Четко. Ты посмотри на это число, братан. Ты посмотри, просто посмотри. 46. Ровно то число, которого нам не хватало. Чекай. Чекай. Ровно 400. Просто как по заказу. Просто как заказывал. Отлично. Так, варвар в бочке. Фу-ху-ху. Я сегодня гуляю, пацаны. Сегодня вообще эпик. Просто вообще. Прям как заказывал. Я возьму, пожалуй... Давай, чтобы улучшить карту, бревно возьмем. Так. Я все-таки надеюсь, что ежедневная удача за 750 гемов даст мне что-то хорошее в плане огненного шара. Ну, всадников на кабане у меня уже есть, нахрен они мне нужны, забери, пожалуйста. Я хотя могу в своем клане раздавать их. У меня в клане каждый второй просит всадника на кабане. Отвечаю. Я не знаю, что за популярность такая всадника на кабане началась, но каждый второй просит всадника на кабане. Ну ладно, у меня 50 штук лишних, могу понакидать. А торнадо почти не использую. Ну ты что-то расстраиваешь, Варпатика, ты чё? Ну ладно, давай еще легендарный сундук. 2500 гемов у нас все-таки есть. Добьем, добьем эту красотулечку. 4200. Варвары однозначно. Миньоны однозначно. Дух. Пускай будет дух. Огненный дух. Огненный дух топ. Топ, просто топ. Так, а здесь что у нас? 70 нам не хватит. 70 нам тоже не хватит. Но я возьму лучше ракету. Так, что здесь у нас? Молнию возьму. Молния, прикольная карта. К сожалению, огненные шары нам просто не выпадают. Просто не выпадают. Но зато нам выпали абсолютно другие карты. А у меня нету вот этого спарки. Вообще нету спарки. Теперь у меня будет спарк. Только поэтому выбрал ее. Так, ну чё? Давай, 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 давай. Улучшить за 50 тысяч. Сколько? Урон по области 192 плюс 18. Теперь я буду убивать миньонов 10 плюс левела. Просто вот. Просто с разряда. Просто пустил разряд и нет миньонов. Сука, наконец-то я дождался. 12-й левел. Да, я так долго этого ждал. Меня так бесило, что миньоны летят, им разряд кидаешь. Сука, еще что-то кидать приходится. Либо зеркалом отбиваться от этих же миньонов, либо огненным шаром. Мушкетер редко это делает. Но теперь разряд будет херакать только так от души. Ну и, конечно же, всадник на кабане будет херакать. Посмотри, урон, уронушка. Ой. Ой, пацаны, чувствую, до 4000 мы с вами совсем-совсем скоро дойдем. И у меня разрядилась камера. На самом деле бабок до хрена, улучшить много чего можно, стоит просто бешеного прайса. Но это все мы с вами сделаем в следующих
сериях. А сегодня хочу сказать вам огромное спасибо за то, что лайкаете, за то, что комментируете. И ставьте, конечно же, лайк, если ждете новую серию со мной и с Катюшей. Там действительно, мы еще не снимали его, но я читал то, что вы писали в комментариях, какие желания. Ай-яй-яй, пацаны, ай-яй-яй, шо пишите, шо пишите. Огромное спасибо вам за просмотр, огромное спасибо вам за лайкусики. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Обязательно, да, режим энергосбережения, вовремя, почему нет. Обязательно оставляйте свои комментарии и ставьте лайкусики. Сегодня с вами был Кирюха Варпач, и мы с вами открывали все возможные кейсы, которые только у меня были. И всем удачи, и всем пока, друзья. Совсем скоро с вами увидимся. А я пойду нагибать. Плохого вгонять.